Дорогие друзья, мы встречаем финального победоносца. Прямо сейчас происходит кисплей. Передача Олимпийского огня. Поцелуй пламени. Олимпийский огонь. В руках финального победоносца. А это воевода Алексей Иванович. Он направляется к нашей сцене. Приветствуем его. Господи, так тяжело. Уже иди, что ли, а? Последние метры остаются до движения финального победоносца первого дня эстафеты в Большом Сочи. Друзья, приветствуем финального победоносца! Серебряный призер Олимпийских игр по бобслею. Да. Чемпион мира 2011 года. Наступает момент объединения огней. Прямо сейчас на ваших глазах хранители Олимпийского огня передадут Олимпийский огонь от финального факелоносца первого дня эстафеты в Большом Сочи прямо в лампаду, чтобы завтра факел зажегся вновь и эстафета продолжила свое движение. Под ваши аплодисменты мы производим объединение огней. Друзья, под ваши овации мы водружаем олимпийскую лампаду с олимпийским огнем на постамент. Громче, друзья! Слово для приветствия предоставляется первому заместителю главы города Сочи Рыкову Анатолию Николаевичу.